приветствую всех зрителей моего канала. 28 октября нужно завершать сезон 2019. Погода, ну прям скажем, мерзопакостная. Плюс 5. Дождь идет, ветер, но я дома сидеть не буду. Остались последние деньки, и нужно их завершить, закончить, использовать достойно. Так, ну я, конечно, далеко не пойду, метров 200 от дома, больше не пойду. Зоопарк мой весь дома, привязан. Ну я тут прошвырнусь, покажу, что будет интересного, покажу. А пока камеру спрячь, а тут точно замок. Так, оденем целлофанчик на голову. И походим сейчас. Хоть маленько, хоть чуть-чуть. Но тут главное не что найти, а главное сам процесс. Процесс. Это как карточная игра. Выиграл — хорошо, а не выиграл — тоже приятно. Ладно, маленько пройдусь, а вы посмотрите. Окей, хорошо, что хоть прибор, благо защищен. Так, маленько подстроить надо. Лишний мусор в дискрим. Так, все пойдет. Думал, что все, уже ничего нету. А нет, нет, еще есть порох в пороховнице. Уже вторая. Огород, ну, мной раз 10 хоженый. С края огорода, но ничего, нахожу. А вот она лежит. Вот она, сейчас мы поглядим. Что такое? Ну-ка, ну-ка. Да, конечно, сохран оставляет желать лучшего. Но все-таки ж навоз, он и есть навоз. Прям возле дома. Ну что я не разгляжу? Ну, Александровская душечка, размер это точно. Ладно, пойдем дальше. В конце покажу, помою, что есть. Приветствую всех любителей металлопоиска. То, что я показывал, это было просто прелюдия к моему вопросу. Показывать деньги, ну это этим комрадов не удивишь. Передаю привет в Новосибирск Артему. Спасибо большое, что заменил мне логин и пароль. Попалась такая находка, которую я встречаю первый раз. Она из белого металла, значит, написана не на обычном русском языке. Я ее покажу и хочу спросить, кому попадали такие вещи или аналогичные, пожалуйста, посмотрите и определите, что это такое. Вот я встречаю первый раз с этим. Мелкий предмет довольно сложно снимать. В качестве сравнительного элемента я на Android положил полушку, которую недавно показывал. Вот размеры вот этого кулончика. Сейчас я попробую поближе его поднести, и чтобы мы могли посмотреть, увидеть, что это такое, что изображено. Так, я держу в том месте, где должна быть петелька. Петельки нет. Так, сейчас в другую сторону. Теперь смотрим реверс. Петельки нет. Я, конечно, попытаюсь через лупу набрать текст. Я даже не могу понять, на каком языке написано. Но изделие из металла
белого цвета, клейма нет. И на каком языке написано, тоже не могу понять. Сейчас кому интересен мой канал, подпишитесь на него. Понравился ли сейчас вам мой ролик, поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. Всем до свидания.